дети. Вы знали, что Рига, в которой мы находимся, расположена всего в 200 километрах от России? А одно из самых громких имен в российском дрифте – Гоча Чивчан, и он участвует в этом этапе Drift Masters. Дрифт в России переживает бум, а российская дрифт-серия собирает поклонников по всему континенту. Гоча – один из джокеров, приглашенных звезд этого уикенда. Ездит он вот на этой невероятной 750-сильной S15 Сильвии. Делает эту машину особенной то, что это единственная пятнашка в соревнованиях такого уровня, оставшаяся на родном СРе вместо свапа на рядную шестерку или V8. Ее мотор выкручен до предела, отсечка 9200 оборотов. Ну что, посмотрим, на что Гоча и его Сильвия способна. Drift Masters. Это главный чемпионат Европы по дрифту. Состоит из 6 этапов, каждый из которых проводится в новой стране. Австрия, Франция, Польша, Латвия, Германия и в финале Ирландия. В Drift Masters высокая конкуренция начинается еще на стадии заявок на участие. В 2019 году их было более 200. Одобрено лишь 42 пилота, которые представляют 21 государство. Также есть гонщики, которые получают специальное приглашение от организаторов – Wildcard. Drift Masters по праву можно считать одним из сильнейших чемпионатов мира. Наравне с американской формулой дрифт, японской D1GP и российской RDS. Здесь участвуют только лучшие дрифтеры Европы. Всем привет! Меня зовут Тимофей Кошарный, или просто Тимон. И я здесь для того, чтобы поболеть за нашего Гочу. Ну и плюс ко всему, мне выпала честь еще попробовать себя в качестве споттера, помочь Гоче какими-то моментами, поделиться своим опытом, потому что я на этой трассе был уже много раз. Первая моя гонка здесь была больше 10 лет назад. Я здесь стену разложил машину просто в тотал. Я здесь чуть ли не упал на крышу. Я здесь ездил много раз. Ничего, правда, не выиграл. Вот. Но все равно Бикерники – это одно из моих любимых мест. Вот. Я надеюсь, что Гоча сейчас всем даст просраться. Рижская гоночная трасса «Дружба» была построена в Бикерникском лесу в 60-е годы 20 века и позже переименована в Бикерники. Считалось лучшим комплексом сооружений для автомобильного и мотоциклетного спорта в Советском Союзе. Визитной карточкой автодрома в ту эпоху была гоночная серия «Янтарная Волга», которая изначально была организована рижскими таксопарками на служебных автомобилях. В наши дни автодром принимает дрифтовые и кольцевые чемпионаты местного и международного уровня, в том числе, например, чемпионат ФИА по ралли-кроссу. В обычные же дни трасса функционирует как парк для отдыха и прогулок. Практика. Первые тренировочные заезды по трассе. Гоч, ты в канале? Да, я в канале. А многие спрашивают, почему ты решил приехать на один из этапов Drift Masters. Мы целимся уже с прошлого года посмотреть уровень организации, да, мероприятия, посмотреть европейских гонщиков, которые с разных абсолютно стран. Ну и, конечно же, получить опыт, тот, который, возможно, у нас в чемпионате мы получить не сможем. Вот. Ну, в общем, пощупать приехали. Эта трасса в Риге, она очень опасная, потому что зоны вылета очень маленькие, стены бетонные присутствуют недалеко от поребрика. Мы сейчас вот регулируем подвеску под то, чтобы попадать во все клиперы правильно, потому что судьи очень сильно смотрят на то, как ты попадаешь именно в клиппинг-зоны. Я на старте стою, скоро поеду. Понял, Гоч, я буду снимать. Поэтому настраиваем машину, готовимся к гонке, ну и, конечно же, кайфуем от всего этого процесса, иначе зачем этим заниматься? Пока по зонам-то вообще говорить рано, но скорость была маленькая, прям конкретно, километров на 20 сейчас меньше, чем надо. В следующий раз чуть разгонись побыстрее.
попал нигде пока, но в целом намного лучше. Я еще спойлер снял, зацепа нет, так, очково. Мы проехали тренировку, понял, что не совсем я попадаю. А почему? Потому что мы стараемся сделать машину быстрее. Каждый раз, когда мы делаем ее быстрее, она едет по-другому и не совсем легко попадать в линию. Гоша, ты опять на финише что-то, да, раньше закончил? Поэтому мы сейчас ставим менее держаковые колеса. Ставят ребята спойлер. Дальше уже будем думать о зацепе и каким образом будем настраивать машину, чтобы этих быстрых маньяков догонять. В Drift Masters командный зачет представлен как рейтинг стран. В этом рейтинге суммируются все баллы участников из одного государства. Лидерами зачета является сильнейшая четверка из Ирландии. Джеймс Дин на BMW E92 Eurofighter. Джек Шенахан на Toyota GT86. Дуэйн МакКивер на Nissan 200SX S13. И Коннор Шенахан на Nissan Silvia S15. Сильнейшим из ирландцев считается Джеймс Дин. В 2017-18 году он стал чемпионом Формулы Дрифт в США. Своим опытом и знаниями Джеймс Дин постоянно делится с остальными ирландцами. Квалификация. Два одиночных заезда по траектории. Далее к парным заездам будут допущены 32 лучших пилота. Остальные участники на этом свою гонку завершают. Гоша, ты уже едешь? Квала началась. Не очкуем, в предстарте уже. Все отлично. Напоминаю еще раз, главная траектория, постарайся везде попасть. Углом можно чуть пожертвовать, вот, но это самое важное. Ну и стеночка в конце, и постановка. Вот, тогда баллы хорошие будут. Ну что ж, на трассу выезжает один из сегодняшних звездных джокеров, Георгий Чевчан из России. В данный момент он лидирует в российской дрифт-серии, на него подписана куча народу в соцсетях. В России он вообще чуть ли не национальный герой, возможно, это даже лучший пилот этой страны. И сейчас он впервые едет в европейском чемпионате Drift Masters. Ну, посмотрим, что он нам покажет. Вот она постановка, и как же агрессивно он едет. Смотрите, насколько четко заднее колесо чертит внешнюю траекторию, просто безукоризненно. Чуть-чуть наехал на поребрик, но ему это не сильно помешало, на поведение машины это практически никак не отразилось. Блин, насколько стремительно он по трассе летит. Многие его считают фаворитом этих соревнований, пока что он вполне соответствует этим ожиданиям. Вот он идеально чертит внешнюю траекторию в последнем повороте, великолепно, и удар в самом конце, и еще один. Прямо перед финишем он перебарщивает и врезается в стену. Да, вот так оно и бывает. Не успели даже глазом моргнуть, и трасса показала, какой она бывает беспощадной. Гоша, стена или что? Ну, в стену въебался в конце. Раньше времени обрадовался в конце, думал, сейчас еще ближе подъеду, видишь, какой результат. Гоша, но заезд был очень хороший, просто баллов на 95, на 96, я тебе говорю. Самый большой вопрос, смогут ли восстановить авто перед вторым заездом после столь серьезной аварии. И, пожалуй, еще один. Как сам Гоча справится со столь серьезным психологическим давлением? Вокруг него очень много разговоров, много хайпа. И вы знаете, обрести в таких условиях уверенность и спокойствие после аварии очень и очень нелегко. Ну, мы все ожидали драму, вот и она. Прошло сколько там, 10-15 минут от начала квалификации, и фаворит соревнований влетает в стену в своем первом же заезде. Мне что, ноль паяли, да? Да, Гоч, ноль, ты линию финишную пересек уже за пределами трассы. Готовьте переднюю правую подвеску, заднюю подвеску готовьте. Как скоро ты? Все, сейчас выдвигается. Приятный радиатор. Нормально, нормально, идем. Все,
В общем, я в первой попытке ударился в стену на самом финише. Причем ударился не сильно, но развернуло машину. Поэтому здесь европейские все гонщики, кто вдоль стены ездит, стараются жопу выпиливать так, чтобы в момент, когда ты прикасаешься к стене, чтобы там все смялось, как бы пластик весь сыграл, но железом не задеть. У меня машина железная, мы стараемся не выпиливать ее по максимуму, потому что у нас в РДС нет такой цели чиркать стену. Ну вот, если ехать в таком чемпионате, надо готовить именно жопку так, чтобы она демпфировала. Ну что, слава богу, что здесь система квалификации, когда одна большая группа и все идут по кругу, поэтому до второй попытки у Гочи примерно час, наверное, может быть, чуть больше. Поэтому есть время спокойно поменять рычаг, даже, может быть, подрамник там попробовать поставить на место. И если бы была такая квала, как в РДС по группам, то на этом бы все закончилось. Ну, давай на машину его прикрепим, а дальше уже будем смотреть. Потому что вот здесь можно сделать этим самым. Я хотел вот так вот сделать и скотчем залепить. Главное сейчас, чтобы подвеску в настройке хоть как-то мы попали, потому что очень сильно от передней подвески зависит езда на этой трассе. Схождение отрицательное. Удлинить тягу на 8 мм. Мы буквально чуть-чуть меняли схождение, и уже машина ехала по-другому. Сейчас она будет, можно сказать, кривая машина. Практики на этой трассе у нас уже нет. Вот сейчас вторая попытка квалификации, поэтому как повезет, грубо говоря, по настройкам, так и поедем. Гоч, ну что? Ну, чувствуется, что кривенько, но все едет. Все едет. А, Гоч, имей в виду, что там сейчас ШС новый, и, скорее всего, из-за этого будет немножко руль тяжеловато крутиться, не так, как всегда, легко. Вы только посмотрите, да, это же Гоча, чью битву с Джеймсом Дином ждет чуть ли не полмира. Но восстановился ли он настолько, чтобы нормально квалификацию проехать? Так, первая внешняя зона, но и проезжает, кстати, практически на пределе. Вообще он едет очень размашисто, очень глубоко залетая в клиппинг-зоны. Сейчас для чевчана главное проехать без ошибок. Я не знаю, как вам, а мне уж очень хочется его увидеть в боевых заездах. Смотрите, насколько лихо он пролетает конфигурацию. Едет вплотную к стене, он реально валит на все бабки, так как понимает, что нужен стопроцентный результат. Он уже царапает спойлером стену, и вот он финиш! Вот он финиш! Знаете что? Я уважаю этого парня. Рубка езда — это вообще не про него. Никаких сейфранов. Траектория и все остальное, как по учебнику, 91 балл! Вот так вот, Гоча, с нуля до 91 и второго места за один заезд. Да, он уж точно может быть собой доволен. Гоча, второе место, Гоча! Второе место, 91 балл, заеб***. Повтори, пожалуйста, еще раз, что там, Тимон? 91 балл, второе место, заеб***. Нормально. Я говорю, он спрашивал, надо, не надо рисковать. По итогу стену три раза чиркнул. Спокойненько, нормально. Как будто ничего и не было, и уехал. А я ему сказал, говорю, ты на кривой еще лучше ездишь. Слушай, Алиша, короче, ко мне подходила как-то раз во время гонки. И говорит, у вас когда ничего не случается, ну, то есть не ломается машина, там какие-то проблемы не возникают. Вы, говорит, плохо едете. Как только у вас жопа, вы, говорит, сразу выигрываете гонку. Надеюсь, сегодня это правило сработает.
Мы начинаем гонку. Лидерами квалификации стала четверка ирландцев. Они будут задавать темп этим соревнованиям. И, скорее всего, кто-то из них вновь станет победителем этапа Drift Masters. Кстати, получается, что ирландцы сместили нашего гостя из России аж на 5-е место в квалификации. Ну, я так и думал, что они просто такого на свою территорию не пустят. Но, тем не менее, Гучу уже проходит в стадию топ-16. К сожалению, у его соперника Юхи Ринтонена технический сход, и он не смог выехать на старт. Но не думаю, что далее Гучу будет так же легко. В топ-16 любой из соперников будет очень сильным, даже если он не из Ирландии. Топ-16. Гоча против Бенедиктаса Чирбы, Литва. Автомобиль BMW E46 с японским двигателем 2GZ, 700 лошадиных сил. В 2018-м Чирба стал чемпионом литовских соревнований по дрифту. Сейчас мы впервые наблюдаем Гочу в боевом заезде. Георгий Чевчан против Бенедиктаса Чирба. Так, участники стартовали. Гоча первый, Чирба второй. Чирба дышит его из 15-й прямо в спину. Вот она перекладка, и Гоча потихоньку начинает уходить. Да, суперзвезда из России, это, конечно. Он вошел слишком широко в поребрик, но он не сдается. Он удержался и едет вплотную к стене. Внешний клиппинг зоны ему пришлось пожертвовать, а Чирба целится ему прямо в дверь. Гоча все-таки попадает в клиппинг во второй половине и уезжает от своего соперника. И в этом, кстати, нехило на поребрике подкинуло. Повезло, что он там колесо не пробил или вообще не оторвал. А Чирба много потерял на старте, и теперь ему придется ну очень постараться. Что, смотрите, колесо! Гоча, у тебя 37 секунд до старта. Таймер отсчета идет. Понял тебя. Ну сколько корпусов он был? Где-то корпус полтора было. Работать надо, Гоча, работать сейчас хорошо надо. Начинаем. Сможет ли Чирба в очередной раз показать себя темной лошадкой? Сейчас он едет первым. Я не могу сказать, какие выводы сделали по итогам первого заезда, но Чевчан поедет в полную силу. И он, собственно, так и... Видали? Видали, как Чевчан валит? В первом повороте они ехали так, что между ними листок бумаги не просунуть. Вот он снова целится ему прямо в борт, они едут колесо в колесо. Перекладка. Да вы посмотрите, что Чевчан творит! Он же вообще не отстает! Да это просто обалдеть можно, насколько жесткий прессинг он устроил Бенедикту Сучирбе. Вот он, звездный пилот из России, про которого нам столько всего рассказывали. Нам говорили, мол, вы подождите, вот он заявится к вам в Европу, и тогда... И знаете, ребятки, этого стоило дожидаться. О, слышите, как трибуны шумят? Вся главная трибуна аплодирует Гоче. Мне кажется, что это был едва ли не лучший заезд на этой трассе вообще за все время. Стадия топ-8. Гоча против Даниэла Бренди Брэнднера, Австрия. Автомобиль BMW E46 с турбированным двигателем V8 объемом 4,8 литра. Мощность 1000 плюс лошадиных сил. В 2017 году Брэнднер стал победителем King of Europe. Никому это не показывай, пожалуйста, ладно? Димон, зацени, там фонарь мы сделали. Очередной заезд топ-8. Георгий Чевчан против Дэниела Брэднера. И очередная классическая по меркам подобных соревнований дуэль между SR20 и турбированным 5-литровым движком от Мустанга. Ну что, поехали. Чевчан едет первым, Брэднер догоняет. Со старта Гоча уходит чуть раньше и обеспечивает себе серьезное преимущество прямо с первых метров. Какая же у него изумительная траектория в первом повороте. Крайне агрессивная перекладка на подлете к следующей клиппинг-зоне. Вот он в притирку проходит рядом с поребриком. Тем временем у Брэднера проблема, ему походу не видно ничего. Судя по всему, он активно срезает повороты, лишь бы хоть как-то снова включиться в битву. Это ему явно будет стоить очков, так ехать точно не надо. Ну а так-то у него дела с самого старта не заладились. Знаете, вообще мне кажется, что эта S15 быстрее всех едет по основной прямой перед первым поворотом. Она прям невероятно со старта выстреливает. Тимон, как он проехал? Гоч очень далеко, то есть просто отстал навсегда. Но это не значит, что нужно ехать на цели, просто аккуратно едь в корпусе и все.
Итак, второй заезд, Бреднер против Чевчана. Теперь лидирует Бреднер. По идее, сейчас будет агрессивная погоня, хотя, наверное, Гоча это уже и ни к чему, у него и так преимущество. Но знаете, мне кажется, что у этого товарища есть один рубильник, который сейчас, как всегда, находится в положении включено. Залетают в первый поворот, видали? Бреднер слегка не докрутил, колесо у него едва не оказалось на внутренней стороне поворота, Гоче пришлось чуть темп сбросить. Здесь Бреднер берет идеальную траекторию, ранее ему это уже удавалось. А теперь Гоча атакует прямо на перекладке на подлете к последнему отрезку. Ха, Гоча даже немножко вот здесь осторожничает, надо же. Едет без излишней агрессии, просто твердо и ясно дает понять, мол, вот он я. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы он прошел дальше в топ-4. Уж больно много Браднер совершил ошибок в роли преследователя. Невероятно, конечно. Пилот из России, который до этого никогда не ездил в Driftmaster, сходу проходит финал. На четырехцилиндровом SR. Фонарь я заценил, пацаны, нормально. Спасибо тебе, дорогой. Тимон, с кем мы дальше едем? Скажи, пожалуйста. Стадия топ-4. Гоча против Джека Шенахана, Ирландия. Автомобиль Toyota GT86 с двигателем 2GZ GTE 650 лошадиных сил. В 2015-16 году Шенахан был чемпионом британских соревнований по дрифту. В 2017 стал чемпионом Ирландии. А на этом этапе Шенахан стал победителем квалификации. Ну а теперь, ребята, смотрите. Шенахан просто в огне горит, очень ответственный заезд. И самое неприятное, что Гоча первый заезд будет ехать вторым. Вот, поэтому нужно будет приготовиться и отработать сразу же на всю залогу. А после первого заезда он начнет нервничать, потому что Гоча ему напихает и будет ошибаться. План такой. Ну что, господа, начинается реально интересный движ. Гордость Ирландии Джек Шенахан против гордости России Георгия Чевчана, пилота, который нас сегодня просто убил своими парными заездами. Два гонщика, и лишь один из них попадет в финал. Поехали. Смотрите, как Чевчан преследует Шенахана на подлете к первому повороту. Пошла жара. Видали? Видали? Но Чевчан от Шенахана не отстает. Шенахан тем временем идеально чертит внешнюю траекторию, а Гоча сзади на внутренней едва в него не влетает. Да он в этом дыму еще и умудряется не отстать. Синхронная перекладка. Да как такое вообще возможно? Как он это делает? Оба пилота реально валят в полную силу. У стены Чевчан вплотную подъезжает к двери Джека Шенахана. Он прессует ирландца просто по всей трассе. Такое вы можете увидеть только здесь. Тимон, ты почему молчишь вообще? Тимон, что там? Гоча, мы заезд посмотрели здесь по трансляции. Все ты очень круто сделал. Давай сейчас просто аккуратненько по заданию едь и все. Второй заезд этой пары теперь лидирует Чевчан. Трибуны замолкли и следят за сражением. Чевчан и Шенахан подъезжают к первому повороту. Шенахан немного отстает. Чевчан начинает уезжать, но Шенахан кидается в атаку на перекладке. Он пытается найти борт этой Сильвии и вылетает из облака дыма. Угол у него хорош, но он слишком широко вошел, слишком широко. Он едва не сталкивается с Чевчаном. Гоча смещается ближе к стене, а Шенахан устремляется ему прямиком в борт. Не отставает пилот из России вплоть до самого финиша. Все трибуны на ногах, комментаторы вскочили, судьи аплодируют. Обалдеть, вне всяких сомнений, все отдают дань уважения этой битве двух воинов. Так, решение судей. Кто же отправляется в финал, Шенахан или Чевчан? Это Чевчан! Российский джокер ломает весь баланс чемпионата. Короче, Гоча, извини, ничего не говорил. Меня просто изнасиловали ирландцы толпой. Орали какой-то крутой и кричали, что это просто полное ПВГ. Поздравляю. Финал. Гоча против Мартина Ричардса, Великобритания. Автомобиль Nissan Skyline R32 с двигателем 1.5 GZ. Ориентировочная мощность 650 лошадиных сил. Ричардс занимает 5-е место в рейтинге чемпионата Drift All Stars и является лучшим британским дрифтером. Тимон, я на старте, все ок. Давай, братенька, первый заезд по клипам и в космос, а второй в дверь и на подиум. Итак, финальная битва этих соревнований. Россия против Великобритании. SR20 против первого GZ. Национальный герой против национального героя. Теперь, ребятки, все серьезно. Пристегнитесь, будет жестко. Погнали!
Чевчан на своей С-15 несется словно ракета. Тем временем Ричард всеми силами пытается его настичь. Ричард чуть было не распрямился, но ему все-таки удалось поймать угол, нащупать борт этой С-15. Очередная перекладка, и они едва не сталкиваются. Чевчан едет просто изумительно четко, как на квалификации. А Ричард ему устремляется прямиком в борт, при этом пожертвовав идеальной траектории. Он едет почти дверь в дверь с Гочи и прессует его вплоть до финишной черты. Фу. Димон, ну чё, как он проехал? Ты хорошо, стабильно, к стене, может быть, не слишком близко, но в целом неплохо. Он с корректировками, с выпрямлениями какими-то мелкими, но был близко, то есть нужно работать. В целом выглядит хорошо. Работай, Гоч, работай. Второй заезд лидирует Ричард. Старт, и вот он, Гочи не отстает ни на миллиметр. Они едва избегают контакта в первом же повороте. Ричард ставится, но Гочи едет к нему вплотную. Он прямо-таки вцепился ему в дверь на перекладке в середине трассы. Ричард немножко уезжает, а Гоча прямо-таки бросается в атаку, едва не касаясь заднего бампера Ричардса. Они залетают в последний поворот. Гоча едет не так близко, как Ричард в предыдущем заезде. Ричардс уезжает. Гоча подскакивает к нему и, похоже, Ричардс побеждает. Он же выиграл, да? Что это вообще было? Well done, guys. Well done. It's good. It's good. Well done. Congratulations. Oh, well done. Actually, Gosha was winning just before. Результаты четвертого этапа Drift Masters. Третье место Джек Шенахан, Ирландия. Второе место Георгий Чевчан, Россия. Первое место Мартин Ричардс, Великобритания. По итогам сезона Мартин Ричардс занял 5-е место, Джек Шенахан стал 2-м. Лидер чемпионата ирландец Джеймс Дин, с которым нашей команде пока еще не удалось встретиться в парном заезде.